передача. Во субботу чуть не плача, вся канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайной Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя ж ход подряд. То тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у нас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды. Вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. И это их худые черти вермутят воду по пруду. А вот это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, но тут примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы, нам бермутерно на сердце и бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела! Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вот он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца. И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им ведь не все равно. Удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у нее приемник Рюндик. Он его ночами крутит, ловит контра ФРГ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком, с растревоженным рассудком. И с номерочком на ноге он прибежал, взволнован крайне, сообщением нас потряс. Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский награнник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лез и прессовал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, но сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрёный вож. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через гада главврача. С уважением. Дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото».